Да, Георгий, когда еще только подъезжаешь к Манчестеру, уже чувствуется, что весь город живет футболом. Садись, эти команды на поле в тренировочном матче, искры бы тоже летели. А что уж говорить об официальном противостоянии при полных трибунах Арсенал и Манчестер Юнайтед. Надеюсь, игроки хорошо прогрелись, потому что стыков и единоборств сегодня будет много. В матчах между Манчестером и Арсеналом футболисты обычно не щадят ни себя, ни соперника. Тут даже риск получить или нанести травму в расчет не берут. Главное – это победа. Итак, игроки Арсенала разыграли мяч, игра началась. Смотрим классный футбол в исполнении двух классных команд. Состав Манчестер Юнайтед. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Смотрим состав Арсенала. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких. Нужно выходить вперед, бей! Спас от гола защитник Душтату Шавейру. Манчестер идет вперед. И это должен быть гол. Какая реакция. И есть гол. Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Браво нападающий. Подкараулил этот отскок, сориентировался. А вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Ну, а вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тут может что-то получиться. Нужно забивать. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Кейн! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Манчестер в атаке. Хорошо. Тут все очевидно. Будет штрафной. Хороший удар, но вратарь спасает. Угловой. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. Киран Гибс. Франциско Клен. Арсенал с мячом. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Опасно! Надо забивать и гол! Перед матчем я, честно говоря, думал, что будет жесткая борьба в середине поля, а тут такая размашистая, открытая и фактически односторонняя игра. Да, давят они очень прилично, моментов создали предостаточно. Я бы сказал, что одна команда превосходит другую буквально по всем компонентам игры. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Решил пробить. Угловой удар. Мяч у Манчестера. И как пробил. И пробил. И что это? Гол! Это его второй гол в матче. И это дубль. Команда
команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Лапорт. Игрок Манчестер Юнайтед нарушил правила. И это желтая карточка. Франциско Клен. Атака остановлена. Он накручивает соперников одного за другим. Отличный удар. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Угловой удар назначает арбитр. Мяч летит в сторону ворот. И это гол! Какой-то детский сад в защите. Честное слово. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Отлично разыграли угловой и классно забили. А у нас 4-0. То ли еще будет. Отлично. Будет штрафной удар. Габриэль. Набиль Фекир. Минута добавлена к основному времени. Посмотрим за этой атакой. Душ Сантуш Авейру. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Ну что же. Тренер Манчестер Юнайтед проводит замену. Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интереса уже не представляет. Стефан Дефрей. Поль Погба. Харри Кейн. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Здесь защита справляется, мяч отобран. И в разрез, шикарно! Момент! Относительно легкий мяч для вратаря. Опасно! И это просто шедевр! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист поедет. Явится на поле. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Да Сильва. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Момент для удара. На месте голкипер. Все в порядке. Игра остановлена. Будет угловой. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Защита справляется. Харри Кейн. Барса была активна сегодня на трансферном рынке, насколько я знаю. Ну и что-то у них получилось. Попытка нанести удар головой.
Да, бывает и такое, но, с другой стороны, не очень понятно, чем же можно объяснить такое преимущество одной из команд. Да, весьма неожиданно. Он бьет, может себе позволить, промазал и промазал. Посмотрите на табло, там все просто. Уилшер. Пошли последние 15 минут. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Уилшер. Франциско Клен. Дэнни Уэлбек. Арсенал идет в атаку. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Джек Уилшер. Набиль Фекир. И за боковой игрок Арсенал ведет мяч в игру. До конца игры 7 минут. Арсенал в атаке. Прекрасная передача. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Опасная передача. Судья решил добавить 3 минуты. Франциско Клен. Арсенал атакует. Все, матч окончен. Нужно выходить вперед, бей!